Ребята, всем доброе утро. Сегодня я в цеху один. И у меня сейчас стоит дилемма. Хочу снять вам... Кстати, я петличку новую купил. Одних петличках только разоришься. То есть здесь... Вот сделал я вот это вот первый элемент, да? Называемое ухо лотка. Хочу показать вам и с этой стороны тоже. Но откуда взять ракурс камеры, если я вот здесь ее поставлю вот так вот. Ну я не знаю, как это будет. Или чуть повыше взять. Но туда я буду к вам все время спиной стоять. Тоже нехорошо. С какого боку, с какого ракурса взять. Это вот, ну, целая проблема, короче. Я, наверное, сейчас ее поставлю где-нибудь. Как-нибудь вот так вот, может быть. Хотя навряд ли. Короче, и вот проблема. Что один человек все это снимает и делает, нет оператора, который может заглянуть, показать какие-то мелочи. Вот. И вы много можете не увидеть. Вот. Там Денис говорит, снимай, говорит, все. Как снимать все? Вот приезжай с Вологды и снимай, раз такой умный, блядь. Не беси меня, блядь. Вот. Сейчас что-нибудь придумаю. Короче, ничего лучше не придумал, чем поставить вот на такой ящик. Вот с этого ракурса. Так, скажу сразу. Кому не нравится, Санкт-Петербург. Колледж водных коммуникаций. Приезжайте и снимайте. Понятненько всем? Если я здесь еще буду находиться в это время. Комментарии не пишите совсем. Зачем я все это делаю вообще? Сам не понимаю. Железо там. Ходить, замеры здесь сделать. Значит, я сейчас так сделаю. Я отрежу примерный кусок. Принесу его сюда. И будем делать. Линейку повернул камеру в свою сторону. Я не знаю, будет ли микрофон. Чисто лотками пока лотки делают. Но один есть такой. Напишите там в комментариях. Дениска. Постоянно вот ноет. Ну что ты, да вот ты все снимай, а? Ну что ты все снимай, что ты все снимай? Вот все снимаю, блин. Пока не снимаю. Может, он заест. Больше не буду снимать. Плюс там еще один немного. Красный Вологодский есть цеховик, который мне еще 4 года назад пообещал манган сделать, какой-то фендиберсовый. До сих пор жду. Я не хочу договаривать на Вологодских. Что-то пиздунов там у вас очень много. Пора отсеивать.
Все, разворачиваем камеру. Разворачиваем камеру. Вот так вот, наверное, будет видно. Так. И еще, наверное, какую-то там длинную линеечку. Еще один есть там саратовский швед, тоже постоянно умничает всякими вопросами неинтересными. Значит, что у нас карниз, да, видно в камеру, видно карниз. От карниза силовая планка у нас на 50 миллиметров. Вот. Чуть-чуть выше подниму. Чуть-чуть. Главное, чтобы все это не опять не упало. Вот. Поэтому берем линейку. Берем карандаш. Нам надо 6 сантиметров снизу отрисовать сразу первую линию 6 сантиметров. Я очкую, когда там что-то трясется. Все-таки 1600 стоит. Если я еще одну гарнитуру разломаю, я больше купать не буду. Буду ждать какого-нибудь подарка. Откуда-нибудь. С Вологды. С Вологды хрен дождешься, блин. Там уже 4 года ждешь. Сделали. Далее. Размер этого края. Берем. У нас, если представить линейку, да, точно, то она примерно на пол сантима уходит. Поэтому берем не впритык. Если вот у меня здесь сейчас впритык получается 17,5, то я беру 17. Стоп. Немножко отступление. Сначала мы сделаем отступ на ухо 15 сантиметров. Ухо, которое здесь, она будет вот так вот подниматься сюда. Сделали. Что там такое мне мешает, а? Какой нехороший человек закрутил сюда саморезы. Я знаю, это все вологодские. Это что такое? Понабросают, короче, блядь. Так. 17 сантиметров. Вот по этой линии, которую мы сюда только что нарисовали. 17.
сделали метку. Подъем чистый у нас 13,5. Берем 14. 14 и плюс 2,5 на отворот. Есть контакт. Сейчас секунду на паузу поставлю. Схожу по-маленькому и продолжим. И вот опять ниндзя. С облегчением, как сказать, да? Так, на чем мы остановились? Мы взяли 6 сантиметров линию, очертили, взяли 15 сантиметров на ухо, вот, потом взяли 17 отсюда, отмерили 17, плюс взяли 14 подъем и плюс 2,5, это отворот обратно у нас получился, да? То есть, все вроде правильно. Далее, что нам дальше надо делать? Нам надо от прямого угла, вот, да, мы по капельнику ставим прямой угол, рисуем линию. Чтобы не падало, вообще было бы все хорошо. Так, где у нас карандаш? Рисуем прямую линию. Нарисовали. Отмеряем от этой прямой линии и от угла расстояние. У нас получается 42. От этой линии, которую мы отрисовали 15, отмеряем 42. 42. Берем, ну, примерно две линии 42. Чтобы нам хотя бы какую-то прямую, вот, даже уголком можно это все нарисовать. Вот. Теперь замеряем этот угол 13,5. Мерим 13,5. Поставили метку. Молодцы. Рисуем. Та метка, которая получилась у нас 17, и та метка получилась, которая 13,5. Соединяем эти две метки. Соединили. Дальше опять так же у нас подъем 14 плюс 2,5, 16,5. Соединяем. Сделать небольшую манипуляцию заточкой карандаша. Где бы еще
ножичек. Сейчас, секунду. Наконец-то. Нарисовали. Далее. У нас есть вот эта вот метка, да? 13,5. Вот она. Эта метка. Нам надо еще нарисовать вот эту вот метку. Вот. По сути, если вот мы продолжаем этот капельник, вот она, эта линия, да, то по этой линии, если мы продолжим, у нас получается 8 сантиметров. Поэтому мы прикладываем к этой линии и отрисовываем 8 миллиметров. И соединяем эти две точки. Соединили. Теперь нам надо знать вот этот вот угол, да? Вот. Не надо там прикладывать. Здесь уголок, туда уголок. Берете малку. Ну, блин, вот такую, да? Ставите вот на эту линию, которая у вас есть, в угол. Выставляете все точненько. Главное, не по-вологодски. И перекладываем эту линию сюда. То есть мы вот ее ложим. Вот на эту линию. И перекладываем. Переложили. Теперь. Это у нас точка получается... вот это вот, вот этой линии самой. Не, стой. Не, все правильно. Вот. Далее. Подумай. Далее мы берем все-таки от прямого угла 323, да, должно быть у нас верлинги-то, я помню. Ставим прямой угол. Отсюда. И у нас получается прямой угол 325, грубо говоря. Ну, 323. Примерно вот до этого угла. Вот. Поэтому разница у нас очевидное. Берем по этому углу
423. Вот он, прямой угол у нас. Прямой угол. Есть 323. Так. И соединяем эти линии. Естественно, этот угол делим пополам. Ага, вообще не там. Здесь. Проверочным образом можно просто прикинуть по верху 39,5. Все сходится. Далее, что мы делаем далее? А далее мы делим столько инструмента здесь такого лишнего. Вот. Мы делим вот этот вот квадратик пополам. То есть, ну, биссектрису делаем. Ставим на эту линию. Ставим на эту линию. Не, я вру. Я опять вру. Сейчас бы я вам показал бы. Вот. Замеряете угол. Замеряете угол. И прикладываете вот к этой точке. Блин, эти вологодские, короче, с ним поведешься, от них наберешься, блин. Вот. И теперь уже вот этот вот треугольник делишь пополам биссектрису. Всегда хорошо есть на кого свалить, да? На вологодских. Карандаши такие. Все, у нас сделана по сути вся развертка. Осталось лишнее убрать, согнуть и поставить на место. Чем мы сейчас и займемся. Отрезаем лишнее. Коллеги, которые смотрят, ну, с кем я работаю обычно, да, Володя там на Кубани, там кто-нибудь еще, что-нибудь замеряешь. А, куда ты замеряешь, что ты там делаешь? Не так. Не ссыте. Все будет нормально. Так. У нас есть лишние вещи.
в этих конвертах. Это вот этот раз. Поворачиваем. То, что потом уже не срезать их, когда уже будет сформирован конверт. Вот эту часть. И эту часть тоже лишняя нам. Готово. Вот такая вот залипуха. Что мы делаем? Мы несем сюда, как вы думаете, что? Раупек. Инструмент, а еще нужно будет. Здесь столько всего нужно. Значит, как и любая бисектриса, она гнется вовнутрь всегда. Согнули. Раз. Согнули. Два. Теперь нам надо, чтобы вот этот конверт ушел туда. Мы его переворачиваем. Делаем гиб в эту сторону. Сделали. Теперь этот гиб на мандельштам ушел тоже вовнутрь туда. Значит, мы тоже делаем гиб в ту сторону. Раупэк пока можно отдыхать. Вот, просто наметил углы сгиба. Сейчас мне надо пойти сделать гибы. Раз и два. Сделаю это, конечно же, на тапке. Великолепно. Правда, я сомневаюсь, что микрофона хватит. Сейчас, секунду. Небольшие манипуляции с микрофоном. Так. Гнем. Можно сделать, конечно, большими хапами или колесиком. Но у меня есть тапок, поэтому. Слышно.
мод. Разворачиваем опять. Прикиньте, сколько он делает манипуляций, чтобы... Я бы уже давно это все сделал, на самом деле. Чем показывать? Я вот не знаю, буду ли я это вам вообще показывать. Или уже в готовом виде. Все будет. Здесь вот петлички путаются. Но у нас остался, как видите, вот этот гиб не загнутый, да? Поэтому как он загибается? Загибается он бендером. Естественно же. Естественно, бендером. Сейчас вам буду ставить жопой. Но это ненадолго. Просто вот катаю туда-сюда, поднимаю. Теперь дело за клещами. Значит, мы поправляем все наши гибы. Сходятся ли у нас линии бисектрисы? Сходятся, все хорошо. Зажимаем. Сейчас раз, ничего не получилось. Все, день не удался. Не может быть такого. Вот. И здесь тоже все сошлось. Хорошо бы еще все это отстучать как-нибудь нежно. Чуть-чуть в уголочек. Смотрим. А? А? Тут на месте. Сюда, чуть сюда. Я же всегда говорил, Сашка молодец. Так, прищепки, где же они у нас? Сейчас, прищепка раз,
Ставим. Ставим на место. Ставим все на место. Ставим все по линии. Все по линии пришло. Ставим сюда прищепочку. Смотрим здесь. Здесь все хорошо. Еще одну прищепочку. Где же я? А вот. Какую-нибудь железочку. Перчаточку нашел какой-то. Вот так. Вот так. Дальше что происходит? Нам надо как-то закрепить хотя бы одну сторону. Этот элемент. Что мы делаем? Мы берем гибари. У нас здесь вот есть костыль, да? И вот мы за этот костыль, сейчас мы его чуть-чуть подобьем в сторону костыля еще. И загнем. Готово. Теперь нам нужно сверло. И просверлим. Есть контакт. Просверлили. Берем клепочку. Если мы ее сейчас найдем, эту клепочку. Конечно, найдем. Конечно, найдем. Клепочка-то еще непростая. Клепочка непростая. Почему? Надо выкрутить, поменять. Сейчас. Небольшие манипуляции с заменой. Или здесь что было? Нет. С заменой. Это у набалдажника. Сейчас начнут говорить, у меня балдажник, какое-нибудь умное слово сразу. Спиндюрить. Знаем мы вас. Вологодских. А, тут вон что. Тут какой-то последний. Последний какой-то нехороший человек. Скажем так. Не выкрутил. Да что ты будешь делать? Видите, что происходит? Короче, не вытащил до конца эту фигню. Ладно, мы тоже не вытащим. Мы что ли засовывали? Я чувствую, что серия будет на так надолго. Скорее всего, я не знаю, сейчас это поставим. Может, еще этот передник поставим. Дальше видно будет.
Буду я что-нибудь еще делать или нет. Потому что у меня еще и другая работа, если что, есть. Там уже кипятком писают. Готовы золотом платить. Главное приедь. Два мешка золота уже приготовили. Ну реши, пожалуйста, проблему. Хорошо. Решим проблему. Вот видишь, Денис, как начал только тебе отвечать на вопрос, сразу камера упала. Ты, наверное, хочешь попасть еще на одну петличку. Вот. Первую петличку он мне подарил. Вторую я вот уже вчера поехал, сам купил. Вот. Далее. Опять он же пишет. Короче, только он что-то пишет и все. Просто если так считать, то у тебя все, что ты там будешь делать, уже есть на канале. А это некая собирательная информация в рамках одного проекта. Это только твое мнение. Понимаешь? Только твое мнение. Другие люди пишут по-другому. Ты вообще странный человек, на самом деле. Павел Головину пишет. Саша, приветствую, благодарю за науку. Все-таки кровля – это целая наука. Ну, для Дениски это непонятно. Для него что профнастил, что рубероид, что шифер. Одно и то же. Вот, Ян Жестянщик. Саша, спасибо большое за твой первый труд. Правый труд, извиняюсь. Серега Киянкин. Санек Молоток. Лай, респект. Кто-то пишет, а хряпнул, по-моему. Я спрашиваю, кто хряпнул? Пошутил, говорит. Потом что-то здесь все не на русском, ну не понимаю. Ну, как всегда, ты, наш комментатор, Лут, Баламут, тут как тут. Вот. То есть комментарий, по сути, не так много, чтобы что-то комментировать, что-то показывать. Как-то так. Можно просто выпишите свои вопросы, там что-нибудь такое. Я в таком формате могу минут 10-15 там. Открыл, посмотрел и ответил. Как-то так. Что там дальше-то? Дальше линейка. У нас есть. У нас есть. Блин, я так боюсь, что он опять упадет, а? Есть угол. Есть угол. Правильно? Вот. Здесь мы ориентировочно так пока. Хотя не, зачем ориентировочно? Здесь же уровень у нас, да? Сейчас поставим уровень. Поставим уровень. И по уровню. И по уровню все отрисуем. Во. Сашка молодец. Отрезаем. На самом деле все это есть на канале. Вот и все. Зачем я это снимаю? Зачем на это время я трачу? Я вообще не понимаю. Для всяких там Денисок, пиписик. Делаю я все время. По-моему, 10.
10 и 12 половины. 10, 12 с половиной. Значит так. Нижнюю точку соединяем 12 с половиной. Там, где у нас загиб. Верхнюю точку. Примерно 12 с половиной. Загибаем сюда. Отрезаем. Хотя, ну... Тут хотел одну вещь сделать. Отрежу побольше. Скажу, какую. То есть загибаю по линии. Так вот. Что хотел сделать? Это немножко. Немножко скруглить. Это уже не важно. Совсем не важно. Здесь тоже хотел. Здесь уже тоже теперь не важно. Прошляпил, короче, этот момент. Хотел покрасивее сделать. Но не получится. Скажем так. Все, поставим на паузу пока. Надо делать этот угол. Кстати, забыл, думал, все уже готово. А на самом деле ты еще не подвел. В смысле, сбыли меня здесь. Открываю, вот у нас чат есть. Вот. Называется «Распиздяйство и пиздеж». Вот. И какие там фотографии. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Показывать вам, не показывать. Там уже у Денчика днюха. Вот. Сейчас я вам покажу. Пусть пошло. Только сейчас пошло. Оп, стоп. Мы подошли из-за угла. Оп, стоп. Береза на себя взяла. Теперь раскручиваться поздно. Посмотри на звезды, посмотри на это небо. Вот такие вот они, вологодские певцы. Нюх отмечают. Все. Прищепочки мы снимаем. Что там еще? Вроде нормально все. Этот микрофон мне скоро достанет, короче. Вроде работает. Вроде работает. Так. Берем линеечку. Берем карандашик. У нас до карниза. Сейчас 6,2 здесь. Здесь то же самое.
Значит, нам лишних дофига, короче. Оставляем 2,5. 2,5. Рисуем. Ну так, как мы все помним, что у нас здесь идет закругление, да? Нагибаемся и пасем. Где же она у нас там идет? Приходит она примерно вот сюда. Начинается она примерно вот отсюда. Ну и мы здесь пока грубо, очень грубо, просто наметим. Вот. Загиб. Наметим и выведем его вот сюда. На суперклей и приклеить сразу. Вот, берем радиусные ножницы и снизу примерно подравниваем немножко. Потом мы еще подровняем, конечно же, по факту, как у нас пойдет. Берем гибарики. Гибарики. Какие-то они тут все. И гибарики-то не похожи. Где мои 45-е? 45-е. И подгибаем потихонечку. Маленькими мы подмечаем там, где у нас есть как раз таки идет этот вот залом. Вот так вот. Я его подметил, я его вижу уже, маленький залом, как он пойдет. Все, лишнего еще отрежу. И все, я возьму киянку.
Большая. Большая. Не догибает. Так, ножницы. Ножницы. Сейчас мы это дело поправим. Поправим. Быстро. Наверное, загибаю 2-2.5. А не 3. Подала. Повторяю тоже движение. Так. Тут. Тут чуть-чуть она что-то она вылезла. Так, она маленькие гибарики. И вернуть ее на место. Так вот. Вот. Предложить, может быть, даже Яночку. Хорошо, вроде все получается. Сейчас подобьем и уже подожмем, чтобы красиво все было. Подгибаем, естественно, все через какую-нибудь линеечку. Через линеечку или вот. Здесь хорошая вещь, чтобы не помять металл. Okay.
наш стереть. Сейчас мы это тряпочкой. Все. До крана даже плохо смотрится, да? Классно. Вот. Вот опять не слетело. Или не слетело. Что мы сейчас здесь все имеем? Все, здесь немножко проберусь, чтобы более не смотрелось. Смотрите, это все как-то вот так вот. Видите? Друзья, всем привет еще раз. Не успел сегодня доделать этот угол. Точно надо ехать по делам. Вот. Пока это выглядит вот так вот. Зажимах с этим лопухом. Вот срочно собираюсь, собираю манатки и еду. Очень срочно надо выезжать. Все, всем пока.